Контракт по благоустройству парка «Морской славы» был заключен в 2019 году. Весной, в мае 2020-го, качество выполненных в прошлом году работ проверяли и выявили дефекты. Где-то просел асфальт, где-то проявились дефекты. Соответственно, подрядная организация ООО «Форест» было выдано предписание с тем, чтобы были устранены дефекты в срок до 1 июня. До 1 июня дефекты никто не устранил, и теперь администрация через суд пытается обязать ООО «Форест» убрать недостатки в рамках гарантийных обязательств. Подрядчик после обращения в суд приступил к гарантийным работам. Частично уже некоторые, так сказать, недоделки устранены, а частично нет. Соответственно, как бы вот сейчас мы, ну, на сегодня пока трудно сказать, какой будет ущерб, если с них взыскивать, потому что, ну, в принципе, надеемся, что все же подрядная организация, пока будут судебные заседания, все же устранит все добровольно. Напомним, работы завершились в декабре прошлого года, их стоимость составила 8 миллионов рублей. На асфальтовых дорожках уже имеются трещины и ямы, к тому же они получились разного уровня. Работы первой очереди выполнялись в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды в 2019 году. В 2021 году планируется второй этап благоустройства. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».